делать из себя красавицу. Мне еще завидовать будете. Что я всем живу в Германии, завидуете? Что я... Мебель будет у меня скоро новая, тоже будете завидовать. В общем, будете мне завидовать, сыму. Только меня обзывайте постоянно. Ладно, пошла я в ванну. Моя ванна. Куда мне вас поставить? Ну, я не знаю, кукольная какая-то. Ладно. Сейчас я вам покажу эту ванну. Только получается у меня... Как не в горизонтальном, а в вертикальном положении. Сейчас смеетесь. Вижу. Ничего смешного. Выше его подними. Ну что, испорченный? А там какая-то такая загогулина. Не знаю, поломатый. Точнее, правильно сказать, поломанный. Поломатый. Что это за... О, да, там такая. Она тут должна быть. Она вот так вовнутрь засовывается, и как держится этот душ. Ключ. Чего, не поймешь никак? Пока не пойму. Сейчас я тебе на помощь приду. О, где? Так а выше не будешь его поднимать? Кого? Душу, да. Лариса. Юля, смотри, не встанешь потом. Кого? С ванной. Кукольная. Блять, ванна. Ну, дай что-то делать. Будет тебе что-то делать. Не помечаешься. Вставай, а то вот застрянешь. Да отстань. Вызывать сантехника. Действительно, он недоразвитый. Не для меня. Ладно. Вот тут можно сесть на уголке, как он сегодня сидел, и сидеть. И что? И купаться. Теперь ты не вылезешь. Шо, ха-ха-ха. Стоит она, значит, оторвется. Юля, это не смешно. Смотри за эту трубу нет. О. Да. О, да. Совсем другое дело. Не помыться, не подмыться. А купаться надо этот, голову мыть стоя. Повернуться вот так к стенке и мыть. Кукольная ванна, там застрял. Будешь один дома. Смейся, это не смешно. Не, ну я не знаю. Что у вас? И смотри, она очень скользкая. А? Скользкая очень. Может, вовнутрь принести полотенце положить? На пол? Нет, вовнутрь ванны. Надо. Вот и прям в саму ванну положить туда вот так. А? Положить? Угу. Положить? У меня есть полотенце. Да, оно дыхательное. А ты мне сейчас вращать будешь. Ты брови не смоешь. Нет, ну как-то можно сесть. Вот так и сидеть. Нет, Юля, я тебе серьезно говорю, нет. А? Мы потом не встанем, мы потом придется это. Масло подсолнечное нести. А говори, мыло. Я не знаю, я не так, что и толстая. Нормальная. Ну просто вот ванна. Это, она даже не по-вашему габарита. Какая? Да, если бы она была душ. А? Если бы она была душ. Всем добрый. Ножники.
Что, зажечь тебе свечки для аромата? Не надо. Нормально. Я думаю, ты не этот. Я чуть... не упадешь. Ну ничего. Я чуть похудею. И будет нормально. Так, ладно, нести полотенце. А? В ванну полотенце нести. Да, мне надо сюда, да, полотенце? Нет, в саму ванну нести полотенце. У меня есть полотенце. Там. Оно маленькое. Ну маленькое нормально, а что? Да. А туда на пол нести. Может под одеяльник? Так, нет, полотенечко сейчас. Не, на пол я имею в виду. На пол, да, надо сюда. Такое, большое. Так, ладно, да. Пойду возьму. Ну. Все-таки Юлька решила сесть. Не, мне кажется, я могу сесть. Че, Раня? Ты прям меня напугала, не садится, не садится. Можно нормально сесть. Не знаю. Да? А встать потом как? Сантехника позабыла. Скажи, я Нет, ты можешь сесть, но мне кажется, потом не встать. Не встать? Она скользкая. Вот этот сама, вот эта, как ручка или как, Лянина как дребезжит. Тебе все дребезжит. Лестница дребезжит, не становись. Это дребезжит, а вот это что крутится? Это закрывается вода внизу. А, паука у нас появилась в ванне. Угу. Ладно, мне надо снимать, смывать. Этот, так ты сначала смой, наверное, брови. Брови. А то они так волосы колыхнутся и все покрасится волосы. Так, пошла я за покрывалом. Давай. Водичка горяченькая, хорошая. Зато свое. Правда? Никто тебе не мешает. Что хочется и делать. Что такое у меня было? Ай, не могу. Ха-ха-ха, да? Они не отмываются. Это за вас. Потому что вы мне говорите, что я некрасивая, некрасивая. Где приходят пробелы, страшно сидеть. А молодить, так себе сказали. Так это только в фильме, это Марфушенька-душенька. Как ты завтра пойдешь? Отмылся? Нет. Ты смеешься? Ну ничего, челка закроется. Так они еще такие короткие какие-то. Не, я в эту ванну не поместила, ты знаешь. Просто 100%. Просто ты говоришь, я душ стоя принимала, но я говорю, нет, ванну нельзя садиться, не помню. Я поместила. Просто она как маленький робик. Давай вот так не делай фотографию. Борец с ума. Если я с этой ванной не выйду, я в ней буду жить. И жрать, и срать. У меня тут есть. А спать как ты будешь? Подожди, еще что? Еще нет. Будешь меня кормить? Пока. Это пусть хотя лежачая заборстовка в Германии против маленьких ванн. Для заполненных людей переживаю. Лучше я в этой ванне буду жить, чем кто-то другой. У каждого свое место под солнцем. А у тебя место под ты лампой. Ой, будешь меня не успеть вести этот бой. Так, смотри, Германия.
хрень тебя с ванной выносить. Я сама захочу выходить отсюда. Но я привыкла. Ой, не могу. Я все же села. Нормально. Села в ванну, поместилась я в ванну. Все. Все, я буду купаться. Мы сейчас все вырываем.